Приветики, мои дорогие! Сегодня опять постараюсь для вас снять блог. Не знаю, какой большой, маленький получится. Опять едем в Барселону. Погода у нас испортилась. За окном сыро. Вчера весь день дождь шел. Это знаете, как закон подлости. Как только помоешь окна, так вечно пойдет дождь. Это, наверное, я как-то согрешила что-то очень сильно перед Боженькой, что вот он меня все время вот так вот. Я заметила, как стоит мне только помыть окна, так пойдет дождь. Я, правда, не домыла их. Как-то вот почувствовала, вымыла вот эти два кухонных окна. И вот это одно наполовину, одна створка та помыта, а эту... Что-то у меня сил не хватило, думаю, помою на следующий день. Вот. И, в общем, и хорошо, что не помыла. Что придется все заново перемывать. Покажу сейчас вам погоду, какая у нас. Некрасивая. Как я буду сегодня гулять, не знаю. Ну, видите, все так хмуро. Все так хмуро, сыро. Как хорошо было, когда вот мы на велосипедах у моря катались. Такая теплынь была. Все, сегодня убрала уже всю свою обувь. Сегодня достала ее. Свои сапоги. Достала сапоги, достаю курточку практически зимнюю, потому что дует вообще холодно и сыро еще. Поэтому даже в курточке пойду, в курточке, в шарфе пойду, буду ходить ошпаренных меньше, чем обмороженных. Для меня лучше тепло, и я лучше расстегнусь, чем я буду ходить, мерзнуть, кутаться и бегом бежать, и уши будут мерзнуть. Поэтому я одеваю всегда тепло, я такая мерзлячка. Вот. Ну, что, с утра мы посмотрели новости, что творится, там все... Тоже переживаем. Ну вот, девочки, сегодня я вынарядилась во все теплое. Хотя совсем недавно бегали мы в маечках, в футболочках. А сегодня, видите, я залезла опять в сапоги, в джинсы, в курточку. Хотя Виталий у меня потеплее, полегче оделся. Я такая вообще во все зимнее оделась. Не знаю, мерзляка. Джемперочек с джинсиками. Так что пойдем гулять. Думаю, что не замерзну и не вспотею. Ну все, поехали в Барселону. Снимать даже, тут все заставлено. Короче, хожу гуляю в центре Барселоны, как всегда. Мой любимый магазин, сейчас я вам покажу. Уже купила, я уже вышла из него, хотела вам показать до того, как я в него зайду, но что-то шла такая вся в своих мыслях и очнулась уже такая: о, перед магазином стою. Вот он называется Гуру. Я уже купила там кое-что. Правда, купила не себе. Купила сыну, и собираю посылку туда домой. Хочу отправить на лето. И собираю. Не знаю, ребенок у меня приедет этим летом сюда, не приедет. Ну так, хожу, собираю. Это Outlet Guru. Итальянская марка, мне нравится. Вот я в курточке в них не стою, я уже вам рассказывала. И сейчас прошла посмотреть, что у них нового появилось. Здесь, в общем-то, очень хороший аутлет в центре Барселоны. И вот я купила ему такую рубашку-пиджак мужской, который стоил 165 евро. Я его купила за 14,90. И толстовку купила. Ну, если хотите, я потом вам покажу. И купила толстовку, которая стоила, ну, тоже 10 евро. Такая оранжевая. Сейчас вам покажу магазинчик. Так, я вот стояла
в этом подъезде, чтобы никому не мешать, что-то все заставили. Так, вот. А вот магазин. Сюда. В общем, цены здесь очень дешевые. Здесь это уже другой начинается магазин. Все, я пошла уже к центру выходить. Тут, в общем, очень рядом. Два квартала пройти. Если кто-то соберется ехать в Барселону и захочет узнать, где этот магазин находится, я ему на пальцах или ей на пальцах расскажу, потому что все очень близко, все центра класса Каталонии, все в двух шагах. И мало кто, туристы сюда заходят, потому что он так в сторонке, не видно его. Поэтому можно хорошие вещи купить. И задешево. Так, сейчас хочу зайти в Зару, посмотреть, что в Заре, потому что в Заре тоже очень много, долго бывают скидки, и вот уже самые-самые-самые последние, чтобы, знаешь, за копейки. В прошлый раз я ему купила свитер Артемке, хороший такой, тоже где-то евро 40-50, по-моему, стоил. Что тут? Посмотреть, что тут за магазин. Ликвидацион. Так, зайду-ка я, наверное, гляну, что тут есть. Что-то зашла даже при ликвидации, ничего хорошего там нету. Ну, такая все потреб такой, маечки, лосинчики, что такое. Короче, фигня. Зашла, я тут же сразу вышла. Так, что я вам рассказывала? А, в Зару собралась идти, пойду в Зару. Я говорю, в прошлый раз свитерочек ему такой клевенький купила. Потом буду собирать посылку и покажу вам, что я там для подружек положу чуть-чуть, для сестер, короче, мне сколько нужно, у меня посылка. Ой, не знаю, сколько потянет, потому что родственников куча. Всем хочется. Бусики, бусики, бусики. Невозможно пройти мимо. Бижутерия. Прям идешь и так глаз сам косяка давит. Так. Газеты, журналы. Никаких нам пробничков интересных не дают. Журнальчиков. Да, короче, кризис в стране. Раньше можно было и туш хороших пробников взять. Пробников, журналах и помаду диоровскую, и сейчас что-то совсем видновато стало. Так, давайте покажу вам немножко город, что все себе показываю. Блин, девчонки, сейчас такая вообще ерунда получилась. Представляете, зашла в Зару, жарко стало, видите, разделась, курточку сняла. И там такие косыночки, платочки симпатичные по 2 еврика. И лежали шелковые и такого кожаного. Думаю, пойду посмотрю со скидкой. А курточка под мышкой держала. И я, короче, пока тут... это самое. Так, пойду потихоньку. И я, в общем, пока тут рассматривала эти косыночки, платочечки. Так, не дальше. Косыночки, платочки пока рассматривала. Курточку положила на прилавок с вещами. Там вещи разложены, джинсы. Вы знаете, как кто бывал в Заре, джинсы, а джемпера вот на таких платочках разложены. Я положила свою курточку и стою такая сельфо. Стою, рассматриваю эти косыночки. Посмотрела. Тут сюда их померила. И пошла расплачиваться к этой самой кассе. Простояла очередь в кассу. У меня курточка там лежит. Я даже вообще в ус не дую. Расплатилась в кассе и пошла на выход. Выхожу. Девочки, благо, я краем глазом смотрю. Тетка мою курточку уже примерять. Я такая раз увидела что-то знакомое. Я сперва увидела, что
что-то знакомое. Я такая, моя курточка! И я такая, хоп-хоп-хоп, нету курточки. Я такая подбежала, говорю, о, сеньора Кордона. Я говорю, это мое. Она такая, ой-ой-ой-ой. Что, типа, все-все-все. Меня прямо даже колотило. Я такая, так стреманулась, думаю, блин, а если бы вот я сейчас так... Тепло, я думаю, так бы вышла, и бы и пошла по магазинам, и ходила бы, гуляла, и когда бы чукнулась, хрен его знает. Ну, наверное, когда бы с Виталией встретилась, Виталия спросила, где твоя курточка? И вот я бы, наверное, даже не вспомнила, где я ее смогла бы оставить. Это вообще капец. Так, девчонки, выключила здесь звук, потому что в Заре играла музыка, и не хотелось, чтобы из-за этого забанили видео. Поэтому пришлось звук убрать. Так, я в примерочной, как всегда, меряю брюки. Брюки превращаются в юбку сзади. Видите, как ловко. Это брюки были на скидке по 9 евро. А стоили они, по-моему, 25 или 35. Но я не стала их покупать. У меня что-то есть уже наподобие, поэтому мне вторые не нужны. Хотя мне очень понравился цвет и ткань. Да, кстати, девочки, хочу еще извиниться перед вами. Я тут, пока монтировала видео, слышу такой разговор мой архангельский вообще. Короче, вот там вот, где я вам показываю погоду, я там говорю не сегодня, а сегодня. Это, девочки, наш архангельский говор. Это он у меня уже с детства, видно, привит. И я, бывает, не замечаю. Конечно, я говорю сегодня, но видно где-то как-то это все проскакивает. Вот это вот. Сегодня бабушка, не бабушка, а мы говорили бабушка. Так что извините, если у кого-то там так по ушам сильно проехался мой говорок, но никуда не денешься. Так, здесь я меряю комбинезон, называется а-ля «Бегите от меня, мужчины», «Не хочу замуж», «Хочу быть всегда одна». И, короче, девочки, если кто-то хочет... остаться одной, покупать вот такие вещи. Это просто тихий ужас. Это его не носить, не эстетично, некрасиво, неудобно носить, не раздевать. И вообще такая... В общем, смех не комбинезон. Что не покупайте такие глупые, некрасивые, неэстетичные вещи. Да, легче застрелиться. Ну так, мои дорогие, вечер заканчивается, вернее, день заканчивается уже вечер. Подиум Outlet. Так, хотела начать одно, продолжила другим. Так, манго надо зайти. Ну, в общем, вечер заканчивается. Уже поздно, уже устала. Сейчас... Через полчасика встретимся с Виталией и поедем домой. Поэтому, девчоночки, закругляюсь, все смотрят, ну и пусть смотрят. Блин, ну слушайте, Барселона вроде бы туристический город, и все ходят с камерами, с фотоаппаратами, но все равно люди стараются заглянуть в камеру. Ой, что ты снимаешь? Ну, бог с ним. Так, что тут у нас еще? Какие-то экзотические магазины. Ту-ту-ту-тум. Так, ну, переверну сейчас вас, попрощаюсь с вами и домой. Так, я уже вот такая вся уставшая. Платочек завязала, который купила, из-за которого чуть не посеяла курточку эту. Завязала платочек, шарфик убрала. Ну, в общем, вот так вот, девчонки. День закончился. Едем домой. Пока. Всем-всем-всем. Ну все, чао-какао.